28 апреля, на 9-й день после Пасхи, православные отмечают Радоницу. В этот день принято посещать кладбище, чтобы помянуть усопших родственников. Однако в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции все кладбища Краснодарского края, в том числе и Славянского района, будут закрыты. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора номер 129 о введении режима повышенной готовности. Согласно документу, запрет на посещение кладбищ на Кубани продлевается до 30 апреля, за исключением случаев, связанных с погребением. Помянуть усопших можно будет дома или у стен храмов, с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В эти радостные пасхальные дни, которые, к сожалению, омрачены определенными событиями, связанные с коронавирусной инфекцией, хотел бы всех вас прежде всего попросить и призвать в дни, которые называются Радоница, а именно во вторник, на 9-й день после Пасхи, все мы с вами по обычаю приходим на кладбище, дабы возвестить радость о воскресшем Христе нашим усопшим сродникам. Но в этом году я хотел бы вас попросить воздержаться от посещения кладбищ в связи с тем, что до сих пор еще присутствуют ограничения по посещению подобного рода мест. В этот день желательно лучше прийти в храм, помолиться об упокоении наших сродников и здесь с ними похристосоваться, поздравить их со светлым праздником Христова Воскресения. Призываем всех жителей отнестись с пониманием к решению о закрытии кладбищ. Мы обязательно посетим могилы близких, когда эпидемиологическая обстановка на Кубани стабилизируется и ограничительные меры будут сняты.